После посещения особой экономической зоны делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты, представители посольства Бельгии в Российской Федерации, члены Минфина, таможни, а также руководители крупных бельгийских и люксембургских компаний, специализирующихся на строительстве, логистике, химии и других отраслях, побывали на территории технопарка «Пластик», чтобы ознакомиться с инфраструктурой площадки и ее основными резидентами. Мы объединяем порядка 200 компаний, сегодня бельгийских и люксембургских, работающих в России. Порядка сотни производств уже работают на территории России. И, конечно, мы приехали сегодня сюда посмотреть, ознакомиться с тульским регионом, который мы нашли вполне сегодня развитую инфраструктуру. Увидели много новых компаний, которые уже локализовались здесь. И я думаю, что недалеко тот момент, когда закончится, наконец, пандемия, снова смогут прилететь сюда акционеры компании, услышать отчет своих директоров локальных, которые сегодня приехали с нам, и будет принято решение о каких-то локализациях и в Тульской области. В ходе визита состоялось заседание круглого стола, предметом которого стало обсуждение перспективной локализации современных высокотехнологичных иностранных производств. Генеральный директор Люксембургского инвестиционного фонда New Bridge Филипп Нисон назвал Тульскую область одним из самых динамично развивающихся промышленных регионов в России. Видел уже много регионов, и должен сказать, что Тула молодцы, они очень хорошо развиваются в плане там как-то привлечения инвестиций. Мне кажется, все хорошо. Да. Наша задача – это создание и реализация сухих портов в России. То есть у нас сейчас развивается проект именно в Рязанской области. И мы сейчас рассмотрим тоже Тула, значит, чтобы создать мультимодальный контейнерный терминал, железнодорожный контейнерный терминал и другие как-то сопровождающие другие там инфраструктуры. Узловский район весьма привлекателен для потенциальных резидентов, ведь имеющаяся на территории промышленных площадок инфраструктура позволяет без дополнительных вложений разместить на них свои предприятия. Еще один плюс – это географическое расположение района и близость к столице. Делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества с Тульской областью в экономической сфере. Яна Рогожина, Константин Слепов, телекомпания «Каскад».